Однажды произошел взрыв. Он породил пространство и время. Однажды произошел взрыв, и планета начала вращаться в пространстве. Однажды произошел взрыв. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. А затем еще один взрыв. Нет! А, класс! А, твою мать! Thank you.
ждать там дождь. Вроде ушли. Ты чего? Прости, что сильно схватила. Слезы.
Хиральная аллергия. Так, у тебя дом, как у меня. У тебя фактор вымирания явно покруче. Какой уровень? Ты их видишь, да? Нет, но чувствую. Второй, значит. Что ты здесь делаешь? Пытаюсь не намокнуть, как и ты. Дождь вроде стих. Меня зовут Фреджил. Да, слыхал про тебя. Правда? Сэм Портер Бриджес. Тот, кто доставляет. Криптобиот на ужин, и зонтик не нужен. Хочешь поработать на меня? Одному тут, наверное, тяжело. Да, я думал, в экспрессе работает много людей. Много предателей. От нас мало что осталось, кроме пары честных трудяг. Да и от меня. Тоже мало что осталось. Вымокла от шеи до ног. Ничем помочь не могу. Я просто курьер, и все. Центральная диспетчерская Бриджес. Подрядчик-фрилансер Сэм Портер Бриджес. Адресат ожидает посылку. Ты идешь в город? Осторожно. Эти твари не уходят надолго. Дождь ускоряет время для всего, чего касается. Но он не все может смыть. Прошлое не отпускает. Увидимся, Сэм Портер Бриджес. Don't be so serious.
Почему так долго? Легенды не опаздывают. Нужно было переждать бурю, остался без байка. Похоже, тебе крепко досталось. К счастью, груз в идеальном состоянии. Да, ты заставил нас ждать, но все остальное в идеальном состоянии, так что... Отлично, будем ждать следующую доставку. Thank you.
отдел утилизации. А ты Сэм Портер? Ах, да. Ты же у нас недотрога. В документах сказано, у тебя фобия. Отдел утилизации? Что у вас? Слушай, нам надо ехать. По пути объясню. Пошли. Иди сюда, глянь. Повезем его в крематорий. Давно сердце остановилось? Точное время смерти неизвестно, но я бы сказал, часов 40 назад. А как же карантин? Никак. Он покончил с собой. Боже. Повезло, что мы его нашли. Сразу заморозили, но сколько еще до некроза? И куда его теперь? А, ближайший крематорий на севере. В том районе полно тварей, а в другой никак? Не могу, времени в обрез. Ну так сожги бедолагу прямо здесь. Ты представляешь, сколько хералия выделится? А рядом город. А до крематория можно вообще не доехать. Слушай, все получится. Нам просто нужен кто-то с думом. Ну, у него уже первая стадия некроза. Надо спешить, иначе тут все разнесет. Ну так что, ты нам поможешь? Ну, тогда Бриджес заключает контракт с Сэмом Портером. Я сам. Просто сам. И я не вижу тварей. Только чувствую. Ничего, мы подготовились. Бридж Бэби, да? ББ и ты – гарантия того, что мы прорвемся. Да чего ж поганые ощущения. Ну, это ведь контакт с той стороной. И мне не по себе. Погнали! И курьеры были не нужны. У нас были дороги, самолеты. Ха, можно было ездить в другие страны. Теперь верится с трудом. Как видишь, выход смерти сделал из нас решето. Все нам тут расхреначил. На тех, кому посчастливилось выжить, смыло темпоральным дождем. А потом эти мрази с берега. Мир живых и мир мертвых перемешались. Вот тогда люди и попрятались по городам, а курьеров вроде тебя вознесли до небес. Твою мать! Радуга! Долго еще до крематория? Он сейчас взорвется. Черт. Придется срезать через тварей. Thank you.
движок заглох. Мы тут у этих уродов как на ладони. Надо сваливать. Сэм, ты что-нибудь видишь? Нет, ничего. ВП что ли не работает? Не пойму. Прости!
Ah!
Однажды произошел взрыв. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. А затем еще один взрыв. И для нас он станет последним.